С небольшого отчета о проделанной в городе работе и планах на этот год участникам заседания доложил глава администрации. Также Юрий Чибисов поблагодарил Совет ветеранов за плодотворное сотрудничество. Затем перешли к вопросам повестки дня. Так, первым был рассмотрен план проведения месячника патриотического воспитания подрастающего поколения. По мнению председателя Совета ветеранов, во всех мероприятиях должны принять активное участие и сами ветераны. Замечательно, что это все делается для подрастающего поколения. Но ведь им важно встретиться с людьми пожилыми, с пожившими. И кто присутствует, кто разговаривает, это очень важно. Следующим вопросом на повестке дня стала деятельность пионерской организации в Димитровграде. Прежде всего хочу сказать, что пионерская организация состоит у нас в настоящий момент из 300 пионеров. Она представляет собой содружество школьных пионерских организаций, дружин, отрядов, которые являются неотъемлемой частью детского ученического самоуправления в образовательных учреждениях. Для того, чтобы скоординировать деятельность пионерских дружин в Димитровграде, сейчас рассматривается вопрос о создании единого центра организации. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.